Привет. Сегодня мы будем говорить о съемнике суппортов. То есть что такое суппорт? Суппорт – это та часть, которая вставляется в стиральную машину с вертикальной загрузкой. Стиральная машинка с верхней загрузкой, когда вы белье загружаете сверху, имеет два вот таких вот суппорта. Один со стороны шкива, второй с противоположной стороны шкива. То есть они у нас на сайте так и подписаны. То есть со стороны шкива, с противоположной стороны шкива. Вот это у нас Китай, это оригинал. То есть по упаковке в принципе видно, да. Но я думаю, что в скором времени они упаковку сделают более-менее нормальную. Вот, то есть они вообще ничем не отличаются. То есть если раньше было пакетики, это типа... вообще классно, да, сейчас все, уже стали и пакеты подделывать. Мы говорим про суппорты Electrolux Zanussi AEG. Схему мы сейчас вот готовим, то есть мы сейчас, ну, я сейчас вкладываю деньги на то, чтобы сделать все схемы, схемы дорожек, схемы компонентов, которые где как расположены. Мы травим вот эти платы, вот у нас трешечка, да, Аркадия 3, вот, виндюшку сделали. То есть будет интересный сервис, это такой анонс вам, который будет, ну, замечательно работать, все это можно офигенно посмотреть. Мы в это вкладываем как бы деньги, в это развитие, в это в проектирование, в разработку. То есть одну плату вот почистить от всех компонентов, снять маску, пролудить все, потом все собрать, отсканировать ее с двух сторон, чтобы вы могли вот так вот увеличить и, соответственно, посмотреть. То есть одно такое этот, как он это где-то вот, ну, неделю занимает, вот одну плату сделать, потому что надо же то, что ты выпаиваешь, там конденсаторик, там прочее, его надо померить. Мы вот специально для этих целей купили щуп. Вот такой вот приборчик прикольный. Вон. Он, короче, вот так включается. Ну и, соответственно, вы берете СМД-шечку и меряете. Он у нас позволяет мерить H, ну, либо Генри, это индуктивность, F это конденсаторы, он добротность конденсатора меряет, да, то есть Омы это у нас сопротивление, сопротивление постоянному току. Вот, ну и диоды прозвоночка, да, то есть в принципе такой хороший приборчик, но стоит, правда, в районе пятака. Для каких-то разовых целей он не подходит, а вот когда вы там всю плату перебираете, то замечательно все этот приборчик справляется. Не буду вас призывать подписываться, вы и так все знаете, да, то есть, ну, мы стараемся для вас, я думаю, что вы это чувствуете и считаете просто своей, как бы, ну, маленьким вложением в нашу копилочку, это просто подписаться, да, то есть подписаться, поставить колокольчик, там, написать комментарий, где-то, если кто-то вас что-то спрашивает, и вы видели у нас на канале, киньте ему ссылку на это видео, да, то есть, чтобы привлечь какую-то другую аудиторию, то есть нам это приятно, вам это вообще ничего не стоит. Вот, был у нас, значит, съемник, вот такой вот съемник, многие у нас его купили. Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим, сколько у нас его человек купило. 267 человек его купило. Ну, в принципе, неплохая сумма. Неплохая сумма, я уже как Коннор заговорил. Неплохая цифра. Вот. Большое спасибо за доверие. Что у нас в этом съемнике? У нас у него в комплекте вот такие 4 штифточка, которые вставляются сюда. Ну вот, соответственно, я прикрутил. Вот, давайте возьмем сейчас суппорт. Вот наш суппорт. Вот он у нас встает. И спокойно его здесь ключиком откручиваете. Да, здесь у вас вылезает шток, на который крепится шкив. Да. Зачем такая гайка? Вот, зачем такой этот, как он? Вот он одевается. Какие у него есть минусы? У него есть минус, основной минус – это геморрой в производстве. То есть нужно на лазере вырезать на лазере саму плашку, нацентровать отверстие, эти отверстия рассверлить.
Ну, это полбеды, потом надо же еще гайку вытащить, гайку нужно приварить. Вот и основная такой геморрой все со сваркой. То есть, потому что сварка это ручная работа, это нельзя как-то автоматизировать. Это невозможно сделать там на какой-то ЧПУшке там или еще что-то, то есть, чтобы это фигачило. То есть, и руками лично мне варить, и как бы я это достаточно некрасиво делаю, и ну, мне вообще в принципе не нравится. Хотя, в принципе, здесь нормально накидано. Ну, вот я не могу сказать, что я уж прямо совсем рукожоп, но так такое себе, как бы, и такая кустарщинка, она такая видна. И думали, еще же надо ключ, да, таскать такой какой-то большой. Вот, ну, надо что-то новенькое выкидывать, и сделали вот такой вот ключ, да. То есть он уже имеет три штока, да, и, соответственно, эти штоки, они вот... Раз, два, три. Либо же мы чуть-чуть разворачиваем. Раз, два, три. То есть здесь у нас 77 расстояние, да? Здесь у нас расстояние 80. То есть вот мы прикрутили, мы подходим. Чпоньк. Плотненько гораздо, чем вот этот вот. И крутим до усрачки, сколько нам надо. Вот эта ручка, если не ошибаюсь, шестерка. Вот, ну, да, да, по-моему, 6. Так вот, ну, навскидку. 6, то есть ее согнуть. Ну, я не думаю, что, конечно, найдутся те, кто согнет ее, но хотя... Да я взял трубу вот такую вот, и я вот так вот тянул, у меня не идет, я вот... Вот, ну я не знаю, как он дома живет, он же, наверное, кружки колет, как бы сковородки гнет. То есть вот он у нас подходит сюда, показываем. Вот он у нас подходит сюда, тоже отлично. Ну и еще у нас есть... СПД-001ЗН. Это занусевский. Туда он тоже подходит, но чуть-чуть вот покороче бы можно сделать эти штыри. Может быть, в следующих партиях мы их чуть-чуть укоротим. Сейчас они так навскидочку 12-13 миллиметров. Вот, надо их скинуть до 10-9 миллиметров. Вот, потому что чуть-чуть высоковато, я вот на всех проверил, чуть-чуть высоковато, но на данный момент с лазера пришло только, зараза, только 10 таких вот съемников. Я их на сайт уже добавил, ссылочка в описании. Вот, переходите. И самое главное, что для мастеров у нас есть теперь Android приложение, оно доступно в Play Market. И можно в Play Market зайти, скачать наше Android-приложение и покупать по супер-пупер ценам. Все, я пошел, сегодня же выходной. Вот, всех с наступающим 8 марта.